Всем привет! 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 Вы на канале «Реакция девушек», и сегодня с вами Мила, Ева и Кристина. Так, сегодня мы смотрим видео «Что не так с поездом?». Это, видимо, какая-то игра. Давайте смотреть. Опа! Воображаемая широкая спина. Жираф! Какие дела, народ? Я тут вспомнил пароль от своего аккаунта на Ютубе и решил, что пора бы залить видео. На самом деле, прошедший месяц получился веселым. Я сперва поехал на отдых, но отдых закончился тем, что я заболел короной. А потом еще мне пришлось экстренно менять квартиру. Ну, короче, сейчас я уже на месте и готов поставлять вам свежие порции ВДФ. И я за это время насобирал просто ту его кучу упоротых моментов и прямо сейчас готов их вам всех выложить. Погнали! Let's do this. Говорят, что Вальгалла это уже не Assassin's Creed. Ну вот, давайте проверим. Блин, Вальгалла, это очень смешное слово, я вам расскажу потом. Ой, ой. Просто мастер все собрал. Это скорее уже Assassin's Creed. Ну хотя даже у самых лучших паркурщиков иногда бывают фейлы. Ну серьезно? Ну ты серьезно? Чувак, это рэпчик. Ассасин это больше игра про сюжет. Диалоги здесь реально тащат. Что? Скажите, кто предполагал, что беседа в таком русле развернется? Вообще. Вот так вот. Блин, настолько мощный, что он его даже не коснулся. Ну, просто ударной волной снес. Но не всегда этот оленьий таран проходит по плану. Поехали, шашлык похавали. Самая глупая вещь, которую вы можете сделать в Dark Souls, это расслабить булки, решив, что вы в безопасности. Иди сюда, ты говн... Как же он задорно смеялся в начале. Вот этот чувак это карьера Джарахова, а лифт это песня. Вообще, если в играх кто-то падает, это еще далеко не означает, что он не вернется. О, парашют, видели? Да как это вот так обратно? Что за боевой? Он полетел, грёзнулся об скалы, прилетел обратно и остался жив. И в итоге умер от сердечного приступа. Не, все-таки не пойму, там внизу кто-то батут оставил? Вот я тоже думаю. А вот видите, что-то там не у тебя? Парашют? Мне кажется, он упал на свой же меч, короче. Он наступил новую учебный год, господа. И если ваш ПК для учебы уже не тянет последние образовательные программы, удар низкий FPS в Excel, для Word не хватает оперативки, ну а делать презентацию без трассировки лучей вообще сплошное мучение, вы залетаете на Авито. Здесь вы сможете быстро, надежно и недорого обновить свою технику. Огромный выбор любых гаджетов, смартфоны, ноутбуки, приставки и другие товары, которые помогут с комфортом учиться и работать, ну или с кайфом отдыхать. Я реально активно пользуюсь Авито, много чего приобрел благодаря этому сервису. И вот еще себе сейчас монитор, и тут целая куча объявлений. Авито не только выручает и помогает, но и разыгрывает ноутбуки в своем сообществе в ВК. Переходите по ссылке, читайте правила и участвуйте в конкурсе. Кончу им сейчас. Повстречать их. Что? Откуда он прилетел? Черт. Пуля. Остается только предполагать, и мне кажется, все было как-то так. Я просто думаю, что он человек-паук. Да, это моя версия, я так думаю. Обратного вы все равно не сможете доказать, так что будем придерживаться этой. 8 лет с 2013 года тысячи игроков по всему миру пытались остановить гребаный поезд в GTA. Какие только невменяемые попытки они не предпринимали. Офигеть. И тут он просто остановился. Да. Я, кажется, знаю, в чем дело. Все пытались воздействовать на поезд снаружи, а нужно было зайти изнутри.
Как так? Хогвартс, блин. Нифига там брызгало. Что, серьезно? Блин, это как лучик боевика. Да. Просто вообще, когда в тебя стреляют 10 раз и ни разу не попадаешь. Это когда президент какой-нибудь сверхдержавы вышел пострелять на полигон, но ни в одну мишень не попал, и министр обороны такой... Да нате вам уже, ну! Трехкратный чемпион Ассоциации стрелков Старого Запада. Его прозвали метким ковбоем. Вообще, это видео чисто прогноз погоды в батле. Вот сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом. Ну, минометчик, конечно, умеет разрядить обстановку. Один челлендж из батлы в колду улетел. И прошу заметить, что сразу же после этого выстрела он ушел какать. Четко. Ну, судя по тому, как он умеет снаряды метать, надеюсь, унитаз у него там будет целый. И я тут подумал, как бы я в двух словах описал игру своей тимы. И ничего другого на ум не пришло, кроме как... Я решил назвать эту операцию... Мы в дерьме! Классика! Шанс на успех этой прокидки составлял примерно 99,9%. Hello! Идут! Только писюны по стенам! Мы попробовались на парке, через который попадем в квартиру Влада А4. Вот он там. Вот это, я понимаю, увернулся. Ушел, что называется, по-английски. Главное, чтобы при таком повороте на твоем пути стена не стала. Вот, да. Слушайте, вот да, сейчас, если твою улетел. Машину ударили, это нужно вызывать гаишников, составлять протокол, что-то кому-то доказывать. Вот на Диком Западе, если кому-то въехали в телегу, санкции следовали незамедлительно. Я прижу. Но там никто не будет разбираться, какой ты там. Хороший, плохой. Опа. Главное, у кого ружье. Я думала, он сейчас на нее запрыгнет. Ага. Как на змей горы. Это называется «Не расслабляйся». Mm-hmm. Вот что я называю олень «Добрый день». Слушайте, олени какой-то геноцид населения устроили. Если вы смотрели ВДФ-14, то, ну, во-первых, передавайте привет своим внукам. А во-вторых, вы по-любому помните вот этот момент. Боже. Жаль, мы не в Watch Dogs, можно было под него увернуться. Ну, если от оленя еще можно увернуться, то от пьяного гринга на телеге вряд ли. Мне кажется, на Диком Западе единственные, кто соблюдали правила дорожного движения, это поезда. И то только потому, что они с рельс сойти не могут. А хотя стоп. Ладно, мы далеки от Дикого Запада. Тут бы в современном мире научиться нормально водить. Вау! Больно. Когда забыл ключи залетел от дома. Дорогая, я дома. Мне нравится, что окно даже и не подумало сломаться. Сквозь него просочился Роман и мотоцикл, а оно такое типа... Буква Ю, похуй. И спустя секунду материализовала на себе решетку, чтобы всякие букашки не летали сквозь него. Mm-hmm. Вот вы знаете, откуда у Германии было столько техники во время Второй мировой? Они размножались прямо во время боя. Ну, извращенцы, окей. Пше. Сейчас такой маленький танк появится. Ну, спалили, родной. Мне интересно, как танки себе пару находят. Типа, привет, детка, давно хотел тебе сказать. Пососи было. Мне нравится, как в конце танк такой, ты ничего не видел. Да в порядке, в порядке. Короче, чувак, не твой день сегодня. Фу, просто. В каждой команде есть такой чувак. Я кажется, он из машины выпал да, как-то так. Бля, стой, пацаны! Потеряли друг друга.
Ну, на этом все, народ. Я надеюсь, мне удалось поднять вам настроение. Если это так, лайкомат внизу. Также в комментариях дайте мне знать, как это было. Все, спасибо вам за просмотр. Всем пока. Нет, что-то не было линия. Блин. Ну, прикольный видос, мне очень понравилось. Особенно олени. И с танками, а тут вот. Типа, ты ничего не видела. Распалили. Да, не, прям прикольно. Мне понравились вот эти все какие-то ходы интересные. То там поезд, вот это, то олени. Так я думаю, да что за... Да, это похоже, чем вот те игры там, где вот поэтому у них... То телега на тебя, да. Ну, типа, ты только встаешь и... Жданчик такой. Тебя что туда убьет? Ты такой, да, блин. Ну, серьезно. Ну да, такие неожиданные штуки, которые ты точно вообще не ожидаешь. Поворот не туда, правда. Бойся всего. Да. Так, ну что, ребят, рассказывайте, как вам это видео и что больше всего понравилось. Ждем ваши комментарии. Да. Лайки. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Ну и на наши инстаграмы сегодня. В самом конце я уже об этом скажу. Вот. Ну все, всем пока. Пока-пока. До скорых встреч.